Эта оптовая база работает более 10 лет. Пользуется популярностью у всего города. Товары, которые предлагает предприниматель, закупают практически все санатории, расположенные на Пионерском проспекте. В ассортименте порядка 5000 наименований. Макароны новороссийские, молоко из Тимошевска, печенье, а его здесь насчитывается более 300 видов, краснодарское. 70% продукции произведено на Кубани. Даже ценники на этот товар выделены особенными стикерами. Как признается предприниматель, работать с кубанскими производителями не только комфортно, но и выгодно. Кроме этого, здесь реализуют социальную группу товаров. У нас есть социальная группа товаров, на которую минимальная наценка. Вот, это в том числе молоко в мягкой упаковке, кефир. Конечно, наша выгоднее, она ближе, меньше затраты на доставку. Вот, соответственно, итоговая цена будет ниже. А на этой базе реализуют мясо, птицу и рыбу. Выбор самый разный, и если морепродукты в своем большинстве привозные, то птица почти на 100% выращена в Краснодарском крае. Вся продукция сертифицирована. Условия хранения соответствуют всем требованиям. Соблюдается температурный режим. После осмотра складских помещений комиссия выносит свой вердикт. Впечатления, в принципе, положительные. Почему? Потому что, во-первых, и склады убраны, чисто все. Скажем так, товар расставлен как надо по, скажем так, ассортименту. Наценка у одного и второго предпринимателя до 10% на реализуемую продукцию. Это говорит о том, что они соблюдают требования, соблюдают наше распоряжение губернатора. В первую очередь, наценка минимальная, особенно на социально значимую группу товаров. Заместитель главы выступил с предложением собрать всех руководителей оптовой торговли, которые занимаются продовольственной группой товаров, и обговорить детали по реализации продукции с учетом предстоящего курортного сезона. Анапские предприятия «Санкура» должны быть полностью обеспечены всем необходимым. Руслан Душевский, Анапа регион.